Приветствую вас, друзья! Я снова в эфире. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. Так, обновим кошелечек, пока тут не закрылось все. И ждем людей. Где-то будет у нас задержка секунд. Секунд 5, наверное. Вот люди уже присоединяются. Пока присоединяются люди, я сейчас скину к нам в командный чат на стрим. Так. И чтобы люди поделились. Пишу поделиться, потому что у нас командная работа. И сейчас я вам покажу, как можно заработать $100 в режиме онлайн. Так, трансляция. Вижу, что идет. Нас смотрит 13 человек. Показываю. Сначала покажу свой кошелек. И потом расскажу, откуда деньги. Это мой кошелек. Вот Ирина Маркелова. Вот верифицированный кошелек Advance Cash. Считайте, сегодня у нас 12 ноября. Я получила $15. Спасибо за ваши репосты, за ваши лайки. Считайте, $15 плюс 5, плюс 5, плюс 5. Это $100 мы менялись с человеком. Он мне на Киви кошелек перекинул. Я ему, своему партнеру 4 уровня перекинула на Advance Cash, потому что оплата с Киви только возможна через обменники. Так что я еще и делаю обмен без процентов. Вот дальше считаем 15, 5, 5, 5, 15. И показать еще. Нет, не пирамида, потом позже расскажу. В пирамидах я не участвую. Вот еще 5, 15, 5, 5. У вас калькулятор под рукой? Сколько за сегодня получилось денег? Еще 5, 5. Я сегодня снимала трансляцию. Мы пока были в ресторане, ели шашлык. Кстати, трансляция у меня почему-то не получилась. Вот сегодня это все 12. Вот это бонусы пришли. И показать еще. Вот считайте. Начиная с $4, это все за один день. Команда у меня уже более 5000 человек. Ну, тут даже больше $100 получилось. Умножайте на курс 60, вот около даже больше 6000 рублей я получила только за сегодня. Хотите, покажу вам предыдущие дни. Вот считайте, 11 число, 11 ноября, 5, 5, 5, 10, показать еще. Вот. 10-го. Переводы идут каждый день. Если вы хотите также. Нас смотрит 19 человек. О, спасибо за ваши репосты. Так работает проект всем миром. Кто уже устал бегать по лохотронам и терять свои деньги, нам вчера исполнилось 6 лет. Представляете, легальный проект, в котором я уже с 2013 года, нам исполнилось 6 лет. Нам уже никому ничего не надо доказывать, что кто пишет, что вы лохотрон, что вы пирамида. Я просто не хочу тратить свое время. Если человеку надо узнать, пирамида мы или не пирамида, просто наберите в поиске. Пирамиды запрещены законом. Заходите в YouTube, набираете «Против финансовых пирамид Ирина Агапова». И вот это видео подробно 46 минут смотрите, почему наш проект Whole World не является финансовой пирамидой. Мы не принимаем, то есть проект не принимает на свои счета никаких вкладов. Все деньги сразу распределяются на кошельки, которые я вам только что показала. Человек оказал помощь в проекте «Всем миром $100», и сразу все, кто у него в сертификате, получили на свои счета деньги. Так, фокус надо навести. Ага, вот, все видно. И это еще не все. Стартовал у нас лидерский марафон. Кстати, вот человек сегодня оказал у меня ежегодную финансовую помощь. Кто меня спрашивал, есть ли у меня трудовая книжка? Трудовая книжка у меня есть, лежит она мертвым грузом. Я не верна трудовой книжке, стаж у меня не идет. Я считаю, что накопительную пенсию я лучше буду откладывать себе на книжку, пусть даже под 7% в год, и до 60 лет, пока мне не исполнится 60 лет,
Пусть даже по 100, по $200 в месяц я буду откладывать, и когда мне сейчас 41 год, когда мне будет 60, я уж точно насобираю себе еще на четвертую квартиру. Ну, конечно, это будет уже не четвертая, а может 10-я квартира, потому что за 4 года я купила 3 квартиры, а дальше больше. И сдам ее в аренду, и мне будет пенсия идти больше, чем если бы я работала, к примеру, парикмахером или педагогом, у меня педагогическое образование, и сдавать ее в аренду. Про лидерский марафон. С 11 ноября по 31 декабря обеспечьте 50 оказаний финансовой помощи и получите гарантированный приз смартфон Apple iPhone X. Подробнее об акции. Вот, вы можете почитать, перейдя по моей ссылочке в закрепленной записи. Акция в честь 6-летия Whole World. Получите приз, если у вас будет 50 оказаний финансовой помощи. У меня за один день уже одно оказание. И получите еще поощрительные призы. 10 мест бизнес-автомат за 40 оказаний, за 35 мест бизнес-автомат. 3 места это 20 оказание, одно место, если 10 оказаний финансовой помощи. И это еще не все. От себя лично и от Бориса Маркелова мы проводим еще свой конкурс, о котором я говорила вчера. Розыгрыш, который стартовал еще 22 октября. Также, если вы 50 благотворителей пригласите, получите новый iPhone 8, либо денежный эквивалент. Если у вас, например, iPhone уже есть и он вам не нужен, мы вам вышлем $1000, либо 60 тысяч рублей. Что все честно, вы можете посмотреть, вот видео мы отправили, один смартфон Илье Дорофееву в Италию, второй смартфон Елене Стрелец в Смоленск, все это по чекам мы отчитались в видео и попросили их снять видео, чтобы люди верили, что мы действительно работаем честно. Как зарегистрироваться? Людей, вот как мне говорят, а смогу я пригласить, не смогу, очень много людей. Очень-очень. Вот смотрите, в Эйвоне не платят. Ну, то есть, много вы здесь не заработаете. Я была в Эйвоне, я знаю, что это такое. Я бросила, ну, полгода поработала. Даже если вы будете очень сильно пыжиться, больше 5000 рублей в месяц вы не заработаете. Люди не любят работать с продуктом и что-то продавать, потому что это на каждом шагу. Это и косметики уже пруд-пруди во всех магазинах. И зачем переплачивать еще, потому что это сетевой. У нас в проекте «Всем миром» только деньги. Мы помогаем детям, получаем за это денежное вознаграждение. То есть деньги – это самый востребованный продукт в мире. Очень много людей интересующихся. Мне пишут каждый день. Каждый день люди активируются, люди регистрируются, очень много людей. Я была полдня, вот я даже вам трансляцию свою покажу, можете даже у меня в историях посмотреть, что мы ели шашлык полдня, я даже выставляла вот свои фотографии, мы с Борисом, с мужем, с дочкой отправились в ресторан, отдыхали там целый день. Вот, трансляцию вела, но она у меня оборвалась, видимо, интернета в ресторане не было. И прихожу, а здесь уже полно финансовых помощи, полно регистраций. Вот, еще партнер оказал финансовую помощь, буквально вот 19:47, совсем недавно, полчаса назад. Открываю почту, вот. Никого не зову, никому не пишу в личку. Люди идут сами. Смотрите, сколько регистраций. Обалдеть. И это не все, это только вот тем, кому я еще не отписалась. Зайдем в мой кошелек Advanced Cash. Вот, смотрите, числа, это я еще не открывала. Счет пополнен. Вот если в каждый буду заходить, пишут, вот 12 число, еще $15. Еще $5. И так вот каждый. Очень много денег в проекте. Очень. Приглашать легко. Работаем мы по методике приглашая, не приглашая. Даже у меня написано это в профиле.
вот здесь. За 11 месяцев я стала миллионером в проекте Whole World, создала собственную методику приглашения, приглашая, работает на ура. Моя команда в топе ежемесячно. Нас смотрит 25 человек, очень приятно. Готовьте свои вопросы, готова отвечать на вопросы, пока буду показывать топ-10 лидеров. И спасибо за ваши репосты. Ой, кстати, у меня садится батарейка. Быстрее пишите вопросы. Топ-10. Я пригласила уже 4 человека. И моя команда. Вот работают люди. Пригласили уже 3 человека. Человек глухонемой. Работает у нас в проекте. Уже будет в феврале 4 года. У вас есть рот. У вас есть... уши, вы слышите, вы можете говорить, а этот человек не может говорить. И я помогла этому человеку стать миллионером. Пусть не долларовым, но человек бросил свой токарный станок и теперь работает только в проекте вместе со своей семьей, с двумя, ну, кормит своих двоих детей, своих престарелых родителей. И я также кормлю престарелых родителей. Поэтому кто желает богатеть вместе с нами в легальном проекте, пожалуйста, вот ссылочка. Как тут работать? Приглашать людей первое время. Приглашаете, получаете отличных по 10 долларов, по 5 и по 15 команды. Как работать? У меня есть методика 40, более 40 видеоуроков. Приглашая, не приглашая. Игорь Лукьянов, кто бы мне помог? Ну, на интернет у вас денежка есть? У нас бабушки 83-летние собирают с пенсий. А вы здоровый мужчина с руками, с ногами. Давайте на вас посмотрим. Сейчас посмотрю. Мне даже интересно. Ой, сколько комментариев. Где же моя трансляция? Хочу посмотреть. Человек с руками, с ногами. Не ДЦП. Вот, смотрите, молодой, симпатичный мужчина. И говорит, кто бы мне помог? Ну вот не знаю, вообще вот не стыдно вам? Извините, конечно, я не хочу никого унижать, но когда у человека есть руки, ноги, в интернете предостаточно возможностей. Сейчас не надо ни с кем встречаться в кафе и кому-то что-то впаривать. Проведите трансляцию, снимите истории, откройте, наконец, канал на YouTube, как я, и снимайте, транслируйте свою жизнь. Даже кот у вас покакал, снимите, выставьте в интернет. Будете знать, знаете, сколько просмотров будет? Я вот выставляю каждый день видео. У меня 3211 подписчиков. Эту трансляцию я тоже выставлю сюда на канал YouTube. И люди это смотрят. У нас был праздничный вебинар, и недавно мы снимали коллективное видео. В шапке канала у меня стоит канал YouTube, можете подписаться. И кто не верит, что я стала за 11 месяцев миллионером, открываете все видео, смотрите, как я жила в общежитии, начиная с 2013 года. Как я купила двухкомнатную квартиру, как я купила трехкомнатную квартиру. Здесь все доказательства на моем канале. То есть мне уже не надо доказывать, там, брызгать слюной, что вы знаете. Вот доказательства все на видео. Потому что я знала, что людей неверующих очень много. И все на канале. Как начать? Регистрация по ссылочке в статусе. $105. В интернете бесплатного ничего нет. Чтобы вам поступали деньги, как мне, нужно сначала самому оказать помощь и по нашей методике начать зарабатывать. Регистрируйтесь, проходите регистрацию, при регистрации пишите свои реальные данные на английском языке, не Вася Пупкин, а именно реальные данные, потому что исправить уже будет нельзя. Активируйте кабинет за $5, привязывайте кошелек, какой вам удобно, ну, Advanced Cash я советую, и оказывайте помощь $100 с кошелька Advanced Cash. Потом связывайтесь со мной, добавляю вас в командный чат, команда у нас очень дружная. Вот. Вот что пишут люди. Помогаем друг другу. Делаем репосты. То есть работа командная в сетевом бизнесе
в одиночку бизнес не построит. Ниха себе, $105. Ну, Арсений, ну, вас никто сюда не зовет. Если вас все устраивает в вашей жизни, вы можете сюда не ходить, а ходить на наемную работу, где вам будут платить оклад и так всю жизнь до пенсии. Собирайте на пенсию. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До свидания.